Значит, каким ножиком пользуюсь? Пользуюсь вот таким. Удобно подлазить в любые места. Зовут его Ольфа. Лезвие у него съемное, сменное. Можно менять их, когда затупится. Наверное, не будет видно половина, потому что буду перекрывать своей рукой. Модель небольшая. В общем, покажу, что отрезаю, как отрезаю, как прохожу. То есть оттягиваем все лишнее, подрезаем. Где-то оно отрывается просто, а где-то приходится помучиться. Но вот эти вот все места надо будет подрезать, чтобы достать вот такие вот штучки. Они маленькие, но на качество нашей отливки и на время изготовления готовой продукции очень сильно повлияют. Так что лучше сейчас уделить этому внимание и потратить, допустим, тут полчаса, чем каждый раз на каждую тратить дополнительное время, допустим, те же 5-7 минут на зачистку каждой. Если у вас в день вы отливаете их, к примеру, вы начинающий, отливаете 10 штук, ну ладно, хорошо, там лишний час у вас идет на зачистку. А если вы отливаете в день 100 штук, некоторые отливают и больше, поверьте мне. По крайней мере, так говорят люди, что у них удается делать такой большой объем. Ладно, это мы сейчас не о них. Мы сейчас о качестве, да? Да, извиняюсь, что, конечно, не все видно. Что с этой стороны, что с этой стороны. Надо убирать такие вот. Получается, вот выглядит это все дело вот таким вот образом. Вот эти вот все штучки надо убрать. Надо чистить. Я думаю, в принципе, может быть, не стоит это все дело снимать так долго и затягивать. Показал, что убираем. Убираем, режем до силикона нашей, до ровной плоскости. Все то, что залезло на нашу модель. Все где-то подцепляем. Я уже говорил, вот он стек есть еще такой, он самый удобный, я им пластилин наношу, работаю. И здесь, я думаю, вполне реально так же подлезть им, минимум будем царапать нашу модель, а ножиком уже подрежем. В общем, принцип такой, да? Эти тоже все торчашки убираем. Не нужны, будут только мешаться. Ну да. С камерой не совсем удобно работать. Ограничивать все-таки она. Так, вот я думаю, есть ли смысл дальше снимать, показывать пока. Еще покажу. Вот у меня пинцет есть. Где-то что-то, если я не могу добраться, мне неудобно, ну, пожалуйста, пинцетиком
раз подцепили, оторвали, потому что рука сюда не совсем влазит, конечно влазит, но зацепиться бывает порой тяжело. Бывает так, надо поработать в комплексе, тянуть что-то пинцетом, подрезать что-то ножом. Получили вот так, тоже удобно. В общем, показать показал. Теперь, когда начну наносить, ага, следующий слой, да, я включу камеру еще перед этим. Вот сейчас я зачищу все это дело, уберу все эти торчашки, и мне надо нанести будет разделительный слой между силикон-силиконом. То есть на границе силикон-силикон будем наносить опять нашу разделительную смазку, чтобы один силикон не прилип к другому силикону, и уже здесь одна часть от другой легко отделялась. Ну все. В общем, что я сейчас делаю? Сейчас я зачищаю нашу форму от всех вот этих вот приливчиков, заливчиков. И когда закончу, перед тем, как наносить силикон, перед тем даже как, да, наносить силикон, я, наверное, включусь, заранее нанесу смазочку, потому что смазке надо будет какое-то время еще подсохнуть. Хотя, может быть, покажу, как смазку наношу. В общем, продолжаем работать.